Так, станция. Это приветствие для тех, кто, может быть, свеженький, а может быть, только что зашел на это видео, поэтому... Приветики, пупсики. Значит так, да, два выпуска в день, потому что Spirit Бог, значит, завалили клипами что-то, надо их все разгребать, надо все посмотреть, куда деваться. А когда я начал смотреть еще первый, я оказалось, что это еще третий нахрен, и поэтому, в общем-то, работаем, да, пупсики? Работаем. Сейчас будем смотреть ультравиолет от Spirit Бог. Вот, нету другого варианта, поэтому вот он здесь у нас ультравиолет. Поехали. Что это? Кортни Лапланте, короче, заголовок. Кортни Лапланте канаёбит в гараже у бати. Шо её у бати в гараже накрыло нахрен? Ладно. Я что-то понять не могу. А это что за Bring Me The Spirit Box, во-первых? Во-вторых, они решили что? Вылететь нахрен в стратосферу с этими треками? Это же очень красиво. Это просто next level по сравнению с Eternal Blue альбомом. Хоть он и очень классный, крутой альбом, но это на голову нахрен выше. Это так мелодично и красиво. Это привлечет новую аудиторию. Это очень красно, классно. Все, я до речи нахрен аж потерял. Поняли, про что я говорил? Когда я в прошлом ролике говорил про то, что Кортни Лапланте — это кошечка. Посмотрите, как она идет. Да, она немножко выпендривается, но и как она пошла. Вот эти вот ее. Это просто. Я сделаю побольше. Смотрите, если что, маленький экран, чтобы за авторские права сильно меня не дрючили. Вот, поэтому он маленький. Смотрите, как она идет. Вот эти ее кошачьи повадки, это вот это и есть вот эта вот внутренняя сексуальность, которая из нее прет, про которую я говорил. У меня руки на столе, если что. Вот здесь рука. Да,
какие гитары жирнючие просто. Я думал, сейчас что-то будет. Во-первых, почему сказал Bring me the spirit, Бог? Начало. Вот это вот, с вот этим вот электронным биточком и так далее и тому подобное. Очень-очень напомнило Брингов, поэтому так и сказал. Я очень кайфую, что они вот над продукшеном очень хорошо поработали. То есть вот эти вот все задние, сзади вот эти вот все звуки, короче. Гитарный сам по себе звук какой жирнючий, кайфовый. Вот прям плотный такой, такой вот объемный, кайфовый. Насколько корни, как мне кажется, прям... очень хорошо качнула свой вокал, и она прямо сейчас очень классно поет. Я надеюсь, очень надеюсь, и скорее всего так и есть, что в лайвах она тащит точно так же. Вот, очень надеюсь, потому что это очень красиво. У нее очень красивый голос, просто потрясающий тембр, и вот у нее супер круто это все получается. Поэтому очень хотелось бы, чтобы она в лайве так же звучала. Ну и какая она харизматичная кошечка, я уже говорил, это просто охренеть. Вот, охренеть какая работа. Этот альбом, судя по всему, один из альбомов года будет. У меня в тройке, скорее всего, точно. Очень сильно нравится, куда движется вся эта суета. Мне нравится, что они вот так вот от трека к треку чуть-чуть экспериментируют. Там было потяжелее, тут полегче. Прям кайф. Очень-очень кайф. Мне супер нравится просто. О своих мюслях можете написать в комментариях. Не стесняйтесь делиться своими эмоциями, значит, и мыслями по поводу трека. На этом, наверное, все, да, пирожочки. Не забывайте, что важные ссылочки находятся в описании. Там есть наша группа ВКонтакте, наша телега, есть Реактрина, сайт, который позволяет зарабатывать реакционерам. Поэтому с кайфом пользуйтесь. Все, на сегодня все. Давайте, обнял обязательно. Каждого в пупочек поцеловал. И прощаться нету, потому что станция навечно обеспечена. Еще увидимся обязательно здесь же, поэтому... Все, пупсики, не скучайте. Я пошел.